Инспекция Госавтотехнадзора Московской области и представители местной администрации совершили профилактический рейд по городскому округу Щелково. В поле зрения проверяющих попали молодежная набережная в Щелкове, микрорайон Жигалово, Щелковское шоссе и деревня Медвежьи озера. Видно, что администрация работает. Много объектов введены в эксплуатацию. А вообще целью было поездки оценить обстановку в сфере вывоза ТКО. Мы проехали большое количество контейнерных площадок. Что было отрадно отметить, что нигде мы не выявили навалов мусора. Контейнеры все были в пустом состоянии. Вокруг контейнерных площадок был порядок. Кроме того, также мы проехали ряд детских игровых площадок. Были незначительные замечания, но мы их внесли в протокольное поручение. И, думаю, в кратчайшие сроки, в 3-4 дня мы их устраним.